Ян, последний раз ты забивал именно Краснодару в 2013 году. Твоя команда, получается? Не знаю, если моя команда, но я думаю, что все равно кто забивает. Самое главное, что сегодня, конечно, было очень тяжело, потому что Краснодар показал хорошую игру, играл дома. У него тоже было хорошее давление было, да, так что, ребята молодцы, потому что выдержали. И у нас были шансы, когда Хенти выходил 1-1 два раза. Не забили моменты, но сами забили, и самое главное, что мы выиграли. Ян, а скажи, можно сказать, что команда вышла на максимум своих усилий, или еще есть куда добавлять? Всегда есть, да, куда-то стремиться и добавлять, так что я говорю, что Краснодар, конечно, то, что играл дома, за счет этого, конечно, пытался давить, да, и вот, команда, конечно, хорошая, так что не очень рад, что выиграли. Ян, показалось, что после того, как забивали, как-то немного назад отходили и приходилось сложнее. Да, после первого гола тоже, когда забили, чуть-чуть дошли. И вот, я уже как сказал просто, да, вот это уже было давление, то, что психология, надо иногда в этом надо добавить, то, что когда даже ты выигрываешь, надо играть свой футбол дальше. Так что на этом будем работать. И вот когда там даже счет сравнялся, тоже еще мы опять встали, показали характер. Свой мяч посвятишь кому-то? Я думаю, своей дочке.